Учитывая, что подавляющее большинство студентов этого учебного заведения – мальчишки, в участниках спартакиады, будущих защитников Отечества, здесь никогда нет недостатка. Все задания традиционного мероприятия направлены на развитие силы, ловкости, меткости, а также навыков и умений для будущей службы в рядах российской армии. В проведении спартакиады колледжу неизменно помогают и другие организации. Совместная работа и с военкоматом у нас, и с боевым братством, которое у нас регулярно проводится, встречаются, то есть традиционные встречи наших учащихся, которые передают свой богатый опыт, который у них накоплен. Это тоже бесценный вклад для дальнейшего становления настоящего мужчины, защитника, воина, хорошего мужа. Здесь главное не победа и даже не просто участие, а именно командная работа, поддержка товарищей. В форме соревновательного мероприятия эти мальчишки учатся полагаться на дружеское плечо, быть сильными и вместе идти к общему результату. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.